И сегодня же президент встретился с председателем Совета директоров компании «Славкалий» Михаилом Гуцериевым. Под патронатом российского бизнесмена в стране осуществляется ряд благотворительных проектов. Возведение храма, школы. Но главное детище инвестора в нашей стране – строительство Нежинского горно-обогатительного комбината в Минской области. Подобный национальный проект осуществляется и в Петрикове. Беларусь уже сейчас является одним из лидеров в производстве и реализации калийных удобрений. Но с вводом этих объектов укрепит позиции, так что важно понимать стратегию действий на калийном рынке. Спасибо за храм. Спасибо. Это строим. Уникальный случай. Ну, для вас это не уникальный, для нас, когда мусульманин строит православный храм для людей. Красивый, спасибо. Достойный будет храм. Спасибо за школу, которую спасибо. Вы построили. Спасибо за то, что вы согласились поддержать спорт. Спасибо. Это тоже благотворительное направление в деятельности вашей. Но самое главное, я хотел бы сегодня услышать от вас о том, как идет строительство основного нашего проекта, комбината по добыче калийных удобрений на Нежинском месторождении. И каковы вы видите сейчас уже перспективы добычи и реализации, главное, реализации этой продукции. Нам очень важно, чтобы мы склеили отношения с белорусской калийной компанией «Славкалия», и чтобы на рынок вы выходили согласованно. Нежинский горнообогатительный на базе Старобинского месторождения калийных солей будет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений. Его мощность составит до 2 миллионов тонн хлорида калия в год. Инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, а также газотурбинной электростанции для собственных нужд железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры.